Всем привет! На улице тепло, а вот у нас в студии не очень, поэтому я в пледе. К слову, я выполняю еще одно вкусное задание под номером 90 – наесться любимых фруктов. Моими любимыми фруктами являются яблоки, поэтому буду есть их. Кисленько. Чё, я просто так буду есть, я буду сидеть, смотреть что-нибудь. Чтоб мне было скучно. В общем-то, вот эта вот чаша пуста, я наелся, а значит, я выполнил еще одно задание.